Атай Даудов, легенда прессинга. Атай, доволен ли результатом? Наверное, больше нет, чем да. Объясню почему. Ну, мы практически нигде, ни на одном участке поля не проиграли Чароде. Чароде хорошая команда. Спасибо, кстати, им за игру. Хорошая игра получилась. Я думаю, все те, кто был на трибунах, получили не меньше удовольствия, да, от матча, несмотря на то, что это завершающий матч этого года в ЛПЛ, несмотря на то, что это завершающий матч после тяжелого дня сегодня. Наверное, больше недоволен ничьей, в плане того, что считаю, что мы, наверное, упустили победу. По ходу матча было очень много хороших моментов. К сожалению, подвела реализация. Первыми забили. В принципе, контролировали ход матча. Да, понятно, что мы ведем. И немного отошли в оборону. И сыграли более, хотели более дисциплинированно сыграть сзади. И как бы ловить соперника на контратаках. К сожалению, дальний удар. Получилось так, что попал. Красивый гол получился в наши ворота. Ну, наверное, хвала Всевышнему, хоть ничья. 5 очков после 8 туров и место рядом с прямым вылетом. Ну, каждый год, можно сказать, после тех чемпионских сезонов, каждый год прессинга повторяется, история. Можно ли сказать, что все под контролем? Ну, все в любом случае под контролем. Мы прессинг, у нас есть свои амбиции, у нас есть свои традиции. У нас который год традиционно, наверное, испытываем кадровые проблемы. Они начались с начала этого сезона, в принципе, они с них начались, но все под контролем. Я думаю, что как бы, что бы ни происходило, мы сезон достойно завершим. Конечно, будем цепляться за лигу, конечно, будем играть каждый матч на победу, будем стараться это делать, будем попытаться усиляться, докомплектовываться, скажем так. Ну, это часть футбола. Я думаю, что все будет так, как суждено Всевышним. Я думаю, что ему суждено, чтобы мы остались и как бы завершили этот сезон на мажорной ноте. Почему не получалось? Ну, в первую очередь, я бы отметил того, что не было Исрапила Абдуллаева. Ну, этот парень помогает нам в атаке. И, ну, тренерские решения, да, необдуманные такие, Басаева, не помогли нам выиграть эту игру. Это его поражение, я считаю. Это ничья была, но такой вот критика тренера в прямом эфире. Я думаю, в следующий матч ты должен полностью провести на скамейке. Но если серьезно, как считаешь? Я считаю, что это результат закономерно. А ты как считаешь? Ну, может быть, да, по игре, да, я согласен. Это закономерно. И мы не сыграли полностью, и они тоже. И 13 очков после 8 туров. По-моему, у Чароды была задача закрепиться. Довольны ли в команде таким результатом? Нет, я думаю, нет. Мы должны были набирать гораздо больше. Мы сыграли пару очень плохих матчей. Но мы рассчитывали закончить первую половину в пятерке, но вышло как вышло.